Сейчас мы находимся во втором по величине городе Азербайджана в Гяндже, который находится в 100 километрах от зоны боевых действий между Азербайджаном и Арменией. Ночью наш дом сильно вздрыхнуло. Погибло 25 человек, среди которых были наши друзья и близкие. Цель азербайджанских вооруженных сил – не гражданские лица. Враг использует запрещенное оружие. Мы не хотим, чтобы ракеты летали на нами. Мы хотим мира. Мы требуем справедливости от всех. Сегодня эти дети поделятся письмами, которые они написали, чтобы докричаться до вас и до всего мира.